В городском округе Люберцы продолжается осмотр техники и оборудования перед началом зимнего сезона. На этот раз свою готовность встречать снегопады показала управляющая компания «Содействие». В зону ее обслуживания входят поселки Томилино, Красково и Октябрьский. Подробности далее. Ежегодно компания «Содействие» пополняет арсенал спецтехники, предназначенной для работы в зимнее время. На этот раз она приобрела 3 трактора, 1 автовышку и 7 снегоуборочных машин. Сотрудники организации готовы справляться с осадками на ледю не только на придомовых территориях, но и на крышах домов. У нас сформирована бригада, 3 бригады монтажников, высотников при каждой вышке. На случай каких-то аварийных ситуаций, огромных снегопадов, наледи, оттепели, еще 3 бригады будут сформированы. Все равно всего 6 бригад. Оснащенность управляющей компании проверил глава округа Владимир Ужицкий. Он подчеркнул, что специализированной техники и рабочей силы должно быть достаточно, чтобы в любую минуту справиться с любыми капризами погоды. У нас обильных снегопадов 2-3 не более происходит за зиму, где выпадает там месячная норма. Вот мы к этому должны быть готовы, что это не внезапно. А все остальное есть в плановом режиме. Значит, то здесь все необходимое есть, люди есть, техника есть, поэтому я надеюсь, что мы зиму пройдем без катаклизма. По количеству обслуживаемых домов компания «Содействие» вторая после ЛГЖТ. Под ее управлением находится 330 МКД. Это весь поселок Томилино, 80% Красково и 90% Октябрьского. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.